Всем привет! Это так, давно-давно, когда люди еще не восстановили весну, отправились сделайте это место пригодным для жизни, развивайте ферму. Вы выполняете поручения, собираете деньги. Или хотите, это реально. Материалы строителей дома. Но вот обычно это уже все не выдачали. Так, вот надо пожаловать в мини-ферму. Вас ждет очень много приключений, а также куча новых открытий. Вместе с этим человеком. Только он пиксельный. Очень. Да. Ну, я думаю, вы прочитали. О, монетки. Блин, не можешь рубить. Я добыл дерево. Добыл дерево, это уже неплохо. О. А это что? Эй, куда я попал? Ладно. Блин, я не знаю китаец. Хотя нет. А зачем он мне? Ну, я думаю. Ну, это китайский или корейский? Я просто не знаю. Ни того, ни того. Ну, вот давай, домик какой-то. Не, в него нельзя. Нужно и однажды купить этот дом. Сколько он хотя бы-то стоит? О. Нужно больше дерева. Не. Нафига? Так, согласитесь. Я не хочу. Пойдем и посмотрим, что выросло. Ну куда идти? А, я сюда ж. Пош саженцы.
Я увидел какой-то портал. Пункт перемещения пока нет. Запустите другой портал. Как жжет. Близко. В смысле тепло? Ну ладно. Надо нам тут мостик, скорее всего, за 1000. Давай будем назвать это коины. Позволить тебе только этот мостик. А сколько тот дом стоит? Ладно. Давай прикупим. Ну, что добывать монетки тогда? То есть я профукал деньги. Ради того, что еще, чтобы еще профукать деньги. Отлично. О, я могу дерево сломать и скрушить. О. Один камешек. Идеально. Ладно, давай на этом закончим это видео. Здесь у меня есть. Ну, вот это самое выгодное. Сейчас вот этих ягодок, типа. 6-5 кукурузок. А у меня сколько кукурузок? А как у меня? Ладно, всем пока. Вы были на канале Марксока. Пока. Я все-таки не понимаю, для чего этот салон. Нет, почему это?
Ну, пока-пока. Вы были на канале Марк. Пока-пока.